Ребятушки, всем привет, всем доброго дня, всех вас целую, люблю, до луны и обратно. Всем привет. В общем, у нас, что это у нас? Это у нас уже ближе к обеду. В общем, дети сегодня нам делают шаурму, Алина помогала Тимуру все резать, ну а Тимур тут командовал, что надо. И, в общем, у нас будет завтрак-обед, завтрак, перетекающий в обед, будет вот такая вот вкусненькая шаурма. Вчера Тимур там купил все, что на шаурму надо. Ну, грудка куриная у нас была. Купил огурцы вот эти метровые, длинные в магните, да, по-моему, брали. Картошку вот пожарили. И баночку вчера взял вот этой морковки. А так все остальное у нас было. А, нет, капусты. Капусты взял маленький вилок этот пекинской. Ну, в общем, так тихо-тихо все мы на шаурму нашкребли. И вот такой будет у нас сегодня. Сегодня я готовить ничего не буду. То есть то, что я готовила, это у нас холодец еще есть, хаш есть. И, в общем, Тимур шаурму сделает. Так что сегодня вот такое вот у нас будет меню. А, лаваши вчера в магните купили. Так, что ты туда добавляешь? Чего ты? Все? А ты солил грудку куриную? Да. А ну-ка, сейчас я попробую. Не соленая. Ну, картошку зато пересолил. Может, все вместе в совокупности будет соленая. В общем, вредная еда у нас. Вот если исключить отсюда жареную картошку и вот этот соус, то как бы все продукты получаются нормально. Ну а когда все в совокупности, получается вредная еда. Ну я тоже, девчонки, буду. Но я все не могу есть, я где-то половинку съедаю. Вся мне не идет. Ну потом время проходит. И в общем я вот эту шаурму на целый день сегодня растяну. Так, а ну-ка, сворачивай. Так, а что, Алину звать? Пусть жарит уже, да? Угу. Алина, неси эту сковородку, которая гриль сейчас Тимур будет крутить, а ты я жарить. Уже уже поставил. Давай, иди, ты жаришь. Конец не то получилось. Первого блинку. Ну, ничего страшного. Все, первая готова. Да, такую шаурму съел. Такую шаурму и закидать можно. Так, Тимур же этот, как его, складывает, ну, в смысле, собирает, а ты уже все, он сковородку поставил, ложи на сковородку, подсушивая их. Так, что, капусты не хватит, да? Тебе капусты побольше ложи, она сочная. Угу. В общем, лаваши сильно длинные, напополам их. Тимур хотел вообще на три части. У тебя тогда не получилось бы их свернуть. А, огурцы он и соленые порезал, и огурцы простые, свежие. Так. Короче, сегодня не мы вас кормим, сегодня вы нас кормите, да? Сегодня меню от вас. Только вчера понаписали девчатам, ой, все, я побежала делать холодец, ой, тоже буду завтра делать холодец, уже кто-то прислал готовый холодец мне сегодня в WhatsApp, отчет, так сказать. Так что теперь, девчата, давайте за ингредиентами шаурму делать. Грудки побольше ложи, а то она останется. Это сколько, 8 штук, да, у тебя получится? Да. Ложи побольше, чтобы... Ну, короче, так распредели, чтобы ничего не оставалось. Чуть на себя. В общем, вешают батарею. Сегодня будем с отоплением, а то мы уже подмерзать начали. Ну и то, что отопление включим, это частично. Вот он, тот ключ.
В общем, в комнатах будет пока отопление, в кухне, в ванне. Ну, в общем, везде, кроме коридора. В коридоре пока и вешать не будем батареи. Это потому пока... Мы ждем этого. Да, ждем, там парень должен пошпаклевать и уже повесить окончательно батареи можно. Ну, не замерзнем. Главное, что в комнатах будет тепло, в кухне будет тепло. Это сейчас в систему воду, да, заливать будете? Да. Сливать, заливать... Но вот эти батареи хорошо греют. В том году мы ж первый год пользовались. Отлично, шикарно. А теплый пол еще пока не будем, да, Эдик, включать? Ну, не знаю, сейчас включать. Так-то можно, но... Я не знаю. Смысла пока не будет. В общем, морозов нету, а так теплый пол тоже испробуем. Если так критично будет. Да. Теплый пол у нас в комнатах нету, потому что как бы под ламинат теплые полы не ложатся, да? А почему? Что ламинат может повести, да, от тепла? Или ложат? Ну, вообще ложат, но там определенные температуры, там надо много чего знать. Да, что в комнатах не ложится. Ну, вообще мы не проложили, потому что вот такие батареи большие здесь в комнатах, вот двухметровые вот эта батарея. От батареи... Метр 80. Да. А, окно у нас 2 метра, а это метр 80. Мы ехали покупать именно двухметровых. Хорошо, что они нам и не попались. И как нам сказали, что больше 1,80 м это, ну, потолок. Вообще желательно 1,60 м батареи сюда надо было брать. Что, почему? Потому что... Сухой воздух, да, будет? Нет. Вот этим насосом очень трудно прогонять длинные батареи, в смысле воду. Поэтому, хотя мы с тобой изначально ехали... Да, двухметровые. Но их, и слава богу, не было. И ну, мы взяли по максимуму 1,80 м. Но это еще куда ни шло. Хотели, чтобы Тимур косить начал огород. И, в общем, Тимуру сегодня повезло. На косилке сломалась эта штучка, чем вот дергаешь, заводишь ее. Это надо. А ты ничего мне не сказал, что она этот. А, ты... Я ее, может, сломал, не знаю. Ну, я начал пробовать, бах, она выскочила. А то уже пора и огород в порядок приводить. В порядок приводить приедет вот этот парень, у кого мы деревья покупали. Он же нам будет и обрезку первую делать, формировать деревца. И уже в порядок привести и побрызгать все, и побелить бы я хотела бы стволы на зиму. А, так еще их надо это... И побелить, и побрызгать. На зиму? Ну да, я ж поэтому хотела, чтобы Тимур покосил. Все равно, ну это уже на следующих выходных, если погода так же будет держаться. Что, девочки, тепло сегодня будет. А то я в жилетке, я не люблю одеваться. Вот терпеть не могу. Вот это колготок 150 штук, носков одевать. Я всегда такая, налегке. Но вот это последние годы начало подмерзать. Возраст, да? Возраст, да. 40 годиков почти. Уже лапки мерзнут. А раньше я могла, вот помнишь, Эдик, на улице мороз, да? А я как ходила, помнишь, он с меня еще всегда удивлялся. Тапки резиновые одела, тут же мороз, снег, я быстро что-то пробежала, там выскочила, схватила. Он говорит, ну как ты вот так вот ходишь, а он всегда утеплялся. А я всегда такая так, вот... Камила и Алина, они, наверное, в тебя, вот эти ноги. Да. Этот хоть, как и я, мерзнет, а эти... А сейчас уже и носочки одеваю, а то мне раньше ни носки не нужны были, ничего мне не нужно было для дома. А сейчас и тапочки потеплее, и носочки потеплее, да еще и колготочки. Но вот это все напяливать на себя с утра терпеть не могу. А Эдик как наденется с утра, и этот, под штаны штаны, и носки теплые, носки такие, да. Ну да, под ним еще носки, еще подштанники. Да. Ну а что вы... Холодать начинает. Да. Так, что, пробуем? Давайте, давайте, тепла хочется уже. Я вообще хотел эту кухонную снять.
Ой, не надо ее трогать ее потом. Это потом уже, когда вот будем кухней заниматься. Мы же вот эту мыли перед тем, как это, ну, вот высушили. Мы начали. Там столько этой, как ее, ржавчины вышло. Ну, я тогда тоже мыла в душе эти батареи. Прям туда воду загоняла. Тоже столько оттуда этот пыли всякой грязи вымотала. Нет, не трогайте, запускайте отопление. Когда уже придет дело до этого, то снимем батарею, все сделаем с ней, как надо. Ну, когда в кухне будем что-то делать. Так, запускай, духа горячего хочется. Так, ну что, тепло, Тимур? Да. О, заходишь уже в комнату, прям чувствуется, теплым духом отдает. Так, батарейки уже горячие. Горячие, в общем, в коридоре у нас только получается холодно. В коридоре мы не живем, не спим, а так все по комнатам. Комнаты все закрываем, кухню закрываем. Тимур переписывает заказы ваши. Переписывает, кому что собрать, это он уже завтра приедет домой, на квартиру туда. Алина помогает тебе? Ну да. Процент ей, процент просит какой-нибудь? Ну да, да. А чё просят? Ну, я ей тоже что-то даю. А этот, а как, в чем заключается ее помощь? Чем она тебе помогает? Посылки прошивает. Вот, и мне она тоже посылки прошивает. У Алины уже рука набита. Я тоже, девчата, сегодня этот снимаю обзор. Обзора давно уже не было, уже 2 недели почти не было обзора. И, скорее всего, если все нормально пойдет, то завтра выложу. Вот, поэтому сегодня все... в пределе, все заняты, я кое-какие заказы выполняю, тоже на посылках сижу и снимаю обзор. Вот сегодня ничего не готовила, ничего по дому особо не делала, потому что сегодня Тимур у нас шаурмой накормил нас, все наелись от пуза, и еще и осталось. Так что сегодня на шаурме, на холодце сидим, на хаше сидим. Тимура тоже, вот мне некоторые пишут, Тимур не ответил. Ну, он бывает на парах. Ну, так, конечно, я говорю, после пар пришел, быстренько всем ответил, что возможно собрать по-быстрому, собрал, если этот говорит, там чего-то нету. Вот, и у него плавающий график. Обычно в субботу он... ну, вот эту субботу, допустим, не было у него пар. Он мог бы выполнить заказы, но им объявляют вечером. То есть, вот в пятницу вечером пишут, учатся они завтра или не учатся. И долго у вас теперь это продлится, что вы по субботам? Как минимум до конца зимы. А в конце зимы уже будет понятно, да? И вот был в этом, на этой неделе плавающий был выходной. Один, да, среди недели. А так получается 5-дневка, ну вот суббота туда включительно входит, правильно же? Так что вот так. И вот это он сейчас переписывает, а завтра уже приедет и все соберет, кому что обещал, кому что должен. Так что вот такие вот, ребятки, дела. На этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую, люблю. До Луны и обратно. Всем пока-пока.